Всем привет! Сегодня готовлю вот такую вот замечательную курочку с овощами чакобили. И для этого понадобятся помидорчики, перчик, лук, чеснок и, естественно, сама курочка. Поехали! Курочку разделываю вот на такие порционные кусочки. Вот такие порционные у нас кусочки получились. Вы можете взять, в принципе, хоть отдельно крылышки для приготовления, бедрышки, все, что пожелаете от курицы. Но в традиционном рецепте это цельная курица. На томатах делаем вот такие вот крестообразные надрезы и обваливаем их в кипяточке. В раскаленном масле обжариваем курочку. Добавим 2 ложки томатной пасты. И чайную ложку аджики. Добавляем лук. Добавим перчик по вкусу. Добавляем томаты, помидорочки. Сюда же добавляем красный перчик болгарский. Чеснок. И добавим стакан кипяченой воды. Добавлю соль по вкусу. И будем тушить минут 10, после чего добавим лавровый лист и зелень. Обязательно снять пробу на вкус. Красота! Вкуснятина. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Вам не сложно, мне приятно. Подписывайтесь на мой канал. Будем готовить что-то новое. Всем пока-пока.